Всех приветствую на канале Blockchain. Сегодня у меня обзор ICO проекта Securipto. Каждый из нас каким-то образом связан с интернетом, либо заработком через глобальную сеть. Существует вопрос о анонимности в сети и сохранности передаваемой информации. В настоящее время нельзя доверять конфиденциальную информацию ни провайдерам, ни различного рода сервисам, даже в зашифрованном виде. С целью решения данной проблемы появился проект под названием Securipto. Securipto – это экосистема, построенная на блокчейне с использованием мастернод. Цель такой экосистемы – анонимная передача и хранение действительно неотслеживаемых зашифрованных сообщений и файлов через интернет. Это можно достичь только сочетанием специально разработанного оборудования, программного обеспечения и блокчейна. Проект Securipto разработал специальное оборудование с открытым исходным кодом под названием DigiSafeGuard. Это устройство с легкостью помещается в ладони и является абсолютно безопасным цифровым хранилищем для криптографических платежей. На мой взгляд, проект выглядит достаточно перспективным. Будем следить в дальнейшем за его развитием. А на этом я заканчиваю первую часть обзора ICO проекта Securipto. Для получения дополнительных информаций переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока!